Привет! Сегодня наша трансляция идет с горячих источников возле вулкана Батур. Мы собирались утром поехать на фестиваль, забыл каких-то фруктов, но как-то не смогли найти фестиваль, поэтому решили поехать в знакомое место поесть вкусной рыбы и посмотреть заодно источники, которые мы в прошлый раз пропустили. Цена за вход здесь $15, ну на самом деле, наверное, 10 с человека. Вот, в это входят полотенца, сами горячие источники и какой-то welcome snack, но мы его еще не брали. Выглядит это все примерно вот так. Сейчас переключусь, увидите. Вот. Тут некоторое количество бассейнчиков с разной степени горячей водой. Довольно скользкий пол. Очень прикольное место. Можно тут повтыкать. Здесь вот так вот сделан такой. Это вот озеро, расположенное возле вулкана. Лежаки. Лариска. Вот. Соответственно, чем выше, тем горячее, я так понимаю, вулкан. В смысле, бассейн. В общем, цена не самая дешевая, но зато очень прикольная. Место и вообще в целом все это выглядит очень красиво, все такое аутентичное, все из бамбука, все красиво. Тут такие вот льются штучки, источники, из которых наиболее горячая вода, и сделаны все из вулканического камня, туфа. Ну вот так мы сегодня отдыхаем. Потом позже я еще выложу, тут очень красивая была дорога, как мы сюда ехали. Я вам перешлю, выложу еще, наверное, в Facebook вечером видео, если смонтирую, по поводу того, как выглядит дорога к вулкану. Очень красивые места с бамбуковыми лесами. Ну, вкратце все на сегодня. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, говорите, о чем вам рассказать. Пока!